продолжаем играть. И я нашел здесь, что нам было. Здесь надо сделать шестерку. Вот так вот. Да я ж так делал в прошлом ролике. Ну, ладно. Помогите черепахе победить снова. Смотри. Здесь мы скрываем, а здесь яма получается. Блин, давай. Почему? Нет, подожди, здесь как бы надо стереть, и там будет ямка. Вот смотри, я сколько раз стирал, только сейчас заработал. Спасите пирог, ой-ой-ой, горит, горит, что делать, что делать? Давайте сотрем огонь, и тогда мы спасем пирог. Смотрим. Да, пирог мы, ребят, с вами спасли. Сотри препятствия. Ну, здесь просто стираем выдвижной мост, разводной. Да, это был разводной мост. Соберите пазл, да, без проблем. Все очень легко. Что скрывает жена? В коробке Котя сидит, но она явно это не скрывает. О, смотри, тут розовые наручники она скрывает. Нифига себе. Вот эта жена какая нехорошая. А что здесь не так? А ну смотри, в отражении он нормальный, да? Давайте попробуем. Ух ты, а что он черный тут? Что это такое? Боже мой, господи. Нет, просто живот мы ему стерем. Дальше. Пусть рука справа проиграет. Так, это что у нас получается? Камень, ножницы, бумага играет. Значит, тут должны быть ножницы, правильно? Значит, мы стираем вот эти вот пальчики. Эти тоже, да, кстати, стираются. И этот большой тоже палец стираем. Нифига. Подожди, в смысле? Алло. Не понял. Странно. Я же только что это сделал. Так, найти сокровище. Так. А, нет, мы вот это стираем. Он туда отправляется, там будут сокровища, смотри. Опа, да, готово. Помоги включить приставку. Давай посмотрим, что это у нас за приставка. А, ну вот, джойстик нормальный. Алло, включай, работай. Ну вот, видишь, все заработало, и наша приставочка мигает. Кстати, это Sony PlayStation 5. Да, пятая часть. Обезвредить бомбу. Ну, здесь легко, надо просто фитиль вот этот стереть. А, ну, искру, да? Искру мы стираем. И получается, бомбочка наша не взорвется. Дальше. Успокой кота. Давайте мы его стерем, котика этого. Не, нифига. Это фильм такой был. Ужасов. Там девчонка с черными волосами вылазила из телевизора. Выиграй. Угу. А какими я играю? Шариками или какими? О, какими шариками-то? А, ну, блин, вот так вот. Нет. Вот так вот. Так, лов. Может быть, вот это лов надо постирать? А, вот он, кружочек этот нашелся. Блин, нашел я кружочек. Есть. Победа. Нифиг. Вот кто бы так подумал, да, чтоб так надо стереть. Так, спаси панду. Смотри, у нас тут акула под низом, да? Давай мы акулу стерем, а будет маленькая рыбка. Блин, ну. Нет, подожди, может панду? А, белая. Белая у нас этот медведь, белый медведь. Спаси панду. Спаси панду. Это, блин, панду мы стерли, получился белый медведь. Нормально. А, спрячь от опасности. Ну давай ноги это спрячем. Типа он этот залез в домик. Вот, все получилось. Черепашка наша сидит в домике. А, что ты видишь? Вау. Что? Фу, что это такое? Волосатые ноги? Это мужик будет. А, нет. Женщина. Ну, с волосатыми ногами. Как-то странно. Ладно. А, смотри, лишнее. Получается, это если у нас спорткар, то он не должен на бензине-то ехать, правильно?
Ну, все правильно, да, так оно и должно быть. Тогда тут больше ничего не стирается, кстати. Дальше. Найди кратчайший путь. Блин. Ё-моё, это нифига не кратчайший путь. А, ну вот, смотри, мы ножки нарисовали. Да, выходи из автобуса и иди домой сам пешком. Это будет быстрее, чем ты будешь ехать на автобусе, да? Логично, зимой, когда холодно. А, спаси от жары. Так, давай мы тебя разденем, слушай, натуре. О, нифига ты одетый, как, конечно, тебе жарко будет. Так, и давай сразу температуру сделаем. А, что, еще солнышко у тебя убрать? Блин, а, дальше стираем, слушай, алло. Все, иди загорать и купаться в море, почему бы и нет. Помогите детективу. Ну вот, глазки, смотри. Да, точно, видишь, я так и думал. Надо ему прорезь сделать в газете. А, смотри, все. А, все, ну вот, 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 вот так вот все стираешь. В смысле, вот так. А, все, смотри, блин. Конкретно прям все. Не только надпись, но и вот это вот все стереть. Есть, выиграли мы. 80 уровень, кстати, ребята, мы скоро пройдем эту игрушку. Так, спаси бабушку. А, тут просто котики стоят. Они ничего такого не делают. Нормально все. Ок. Подними штангу. Блин, чувак. Фига у тебя там подтяжки какие-то или что-то, памперсы. Слушай, ну давайте сотрем парочку блинов. Ну блин, давайте все блины стерем. Нет? В смысле? Слушай, что тебе сделать-то? Ну блин, я ж так делал в самом начале. Найди краба. Знаешь, вот я думаю, краб вот здесь сидит. Нет, это лягушка. А вот здесь сидит краб. Вот видишь, вот я вообще сразу здесь подумал, что здесь краб сидит. В клюве у него. Я был прав. Реши уравнение. О, я такое даже не умею решать. Ну, давай стрём просто нафиг все. Такс, реши уравнение. Тут интересная загадка, слушай. 128... Так, так, Е980. И чё? А, давай вот эту штучку сотрём. Вот так. Нифига. Может, 28. Может, вот это всё удалить? Первые цифры. Вот эти вот последние цифры. Тикс. Я даже и не знаю, что же здесь можно... Как это можно уравнение решить? Давайте, ребята, с вами подумаем логически. 128. А, может букву Е удалить? Нет, а вот я не могу так, знаешь, удалять. Именно мелкое что-то. Вот так вот делаем. О! Нет. Ладно, это мы сейчас посмотрим, узнаем, что это можно сделать.